Вот я показываю, что здесь. Да не вас я показываю. Нет, не вас. Коврик, вот видите. Все, засветились. Услышали звук камеры, что включилось. И начали актеры действовать. Все, а я не вас хочу показать. А вот, Сереж, в общем, ты тогда убирай палочки эти, да? Убирай, и мы... Вот я сейчас немножко покажу. Видите, он коврик уже. Ну, правда, вот четвероногие друзья. Вон уже, видите, ну, вот эти вот. Уйди, уйди отсюда. Уйди, друзья. Они уже там натоптали. Ну, видишь, от них все закрываем. От этих вот помощников. Уйди, Мирка. Вот тебе она нужна. Вот полчаса назад тебе тут и близко не было. Вот теперь она... Ты знаешь, она твой чайник он скинула. Да, видел? Видел? Вот, ставь его наверх. Не хочешь, чтобы ты чай пил. Так, угомоните. Ну, в общем, Сереж, как бы это самое. Тогда я тоже покажу, ты уберешь. Я давай, ну-ка, сними. Мира, отойди сюда, иди. Мира, Мира. Ну, травка уже, да, глянь. Просто она, видишь, тут то, что я тут с камерой кручусь, и она тут начинает позировать. Я их сейчас отвлеку. Сейчас отвлеку. Пошли, посмотрим, магнолия как зацвела. Пойдем. Все, давай, Сереж, я их удар на себя приму. Снимай. Даже если они пробегут, я думаю, уже не страшно. Уже корни держат. А я как раз буду обратно возвращаться и сниму. Ладно, вот этот. Пошли. Пошли. Марсик, он вечером пострадал. Так, только... Я просто магнолию покажу, все, никуда далеко не убегать. Рванули. Смотрите, я вот показываю, видите? Да нет, я не вас показываю. Вот магнолия, видите? А? Это уже, ты даже не знаю, цвет какой этот насыщенный такой. Какие величественные цветочки, а? Вот тюльпанчик. Просто меня завораживает магнолия, как она цветет. И вот здесь еще вот тоже кустик небольшой. Сейчас еще сходим, посмотрим, пока Сережа там раскрывает этот коврик. А мы сходим, посмотрим. У нас еще новый помощник. Саша, я тут видео снимаю. Представься человечеству, помаши ручкой. Александр. Александр, очень приятно. Ты просто помощник Сережи вот сейчас. Он, Серега, не справляется. Вот, так что вот любите и жалуйте. Наш новый помощник в саду. От него тоже будет зависеть вся красота. Сейчас что ты там, бурьян продергаешь, да? Ну, Саша, первый день осваиваться. Когда ты был? 3 дня назад они тут подрались, да? Да, да. Вы приходили знакомиться, и они там возле сада подрались. Ну, вы ж не знали. И погладили, да, наверное, или на кого-то обратили внимание. Да, 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 да. Наверное, на этого. На Лирика. Черненький и... Ну, черненький и тот, и серенький. Да, да. Вот они драку устроили. Он у Марсика лоб. Марсик! Вон он и Лирик идет. Является. Вот и все из-за Лирика. Они же ревнуют. Осваивайся, Саша. Будем стараться. Старайся, да. Все здесь зависит от вас. Вот. От ребят, которые помогают. Сам бы я, конечно, не управился здесь с таким хозяйством. Мирок. А куда эти друзья делись? Ну, пойдем со мной. Пошли, ладно. Одни убежали, другие прибежали. Я сейчас иду к магнолии, к желтой. Жду, когда же она распустится. Вот он, кустик, видите, какой красивый. О, вот они вот тут все. А Марсюнчик где? Ветер. Я закрываю камеру рукой. Иду сейчас. Я ж никак не дождусь, когда зацветет желтая магнолия. Она все время стоит и стоит в одной паре. Что ей надо? Вот, иду к ней.
И она никак меня не обрадует. Вот, видите? Вот они, цветочки, уже набухли. Никак не распускается. Третий год она стоит. Вот, и пока еще никаких движений. Зато смотрите там, что происходит. Вот он, багряник. Мы его пересадили, видите? Вот они, цветочки. Это дерево будет болеть, но оно уже цветет. Потому что мы его пересадили в этом году. Одно и вот второе, видите? И пришлось обрезать жестко. Для чего жестко обрезать? Чтобы оно выжило, чтобы меньше было листвы и меньше нагрузка будет на корни. Вот сюда, на корни. Ну и вот здесь, вот я сдалека сниму. Это у нас персики. И пойду назад. Где тут мои? Лирик, ты сам будешь гулять? Пошел, он у нас самостоятельный пес. А где же эти? Мирка, Марсик, ну в общем, может быть это даже и не цветки, а просто листики. Вот, я не знаю, что это. Мне кажется, что это должны быть цветочки. Ну в общем, мне кажется, кажется. Уже 5 раз сказал, кажется. Кажется, говорят, перекрестись. Как только зацветет, я тут же приду сниму. Ну в общем, обратно. Мира, пошли. Где Марсик? Команда ух. Вот. Марсик, ну что ты, покажи. Все, Лирик пошел в другое место. Палочку потом заберем. Пошли. Завершаем мы наш обход. С Сашей познакомились уже. Все. Мне его рекомендовали. Ребята, хороший парень. Смотрим. Так. Еще раз сюда. А, Саш, вон еще я палочку там. Вон. Тогда. Ты знаешь, где это мангал большой? Да, да, да. Уже показал тебе Сережа, да? Да. Ну осваивайся, смотри, где что. Это он ветром сдуло, тоже ее на мелкие кусочки ломай и туда относи. В общем, осваивайся, смотри, через 3 дня ты уже будешь знать, где чего как, а к вечеру тоже будешь уже много знать. Ага. Да, Серега уже много рассказал. Да. Потом собачки потихонечку к тебе сводятся, ты к ним. Они-то, в принципе, сразу гостеприимные все. Ну, вот Марсик у нас немножко с ревностью. Просто никогда, когда они втроем, никому не обращаю внимания, никого, ни гладь, ничего. Даже не разговариваю с ними, ладно? Они потом, когда к тебе адаптируются, он перестанет выображать Марсик. Так, ну вот, она уже, видите, магнолия отцветает. Еще иду. Марсик, ты где там фыркаешь? Я ж слышу. Марсик. Вот. Улитки, наверное, смотрят. А, еще ящерица здесь. На солнышко вылазит погреться. Такие белые ящерки. Вот такие вот, вот они, ящерки. Ну, иду, в общем, смотреть, что там с ковриком. Такой маленький обзор, посвященный коврику. Ну, заодно... Пошли, Марсик, пойдем принимать коврик. Ну и заодно вот Мирка на фоне магнолий. Многие очень им нравятся магнолии и просят показать. Вот я показываю. И вот еще, смотрите, миндаль. Такой нежненький, да, вот какой контраст. Вот контраст здесь. Такой бледный, такой сиреневый цвет. И здесь какой контраст. Ну, пойдем за ковриком. Пошли, Мира. И вон еще. Еще у нас тут тоже, вот видите, миндаль. Вот он, кустик. Лен. Выхожу. Еще раз задерживаю внимание на магнолии.
Ой, как не хочется уходить, а надо бежать на работу. Делать тяпки. Делаешь тяпки, и вот тогда можно и уделить внимание через тяпки. Не будет тяпок, не будет сада. Так что, земля, не поймите меня, я должен бежать на тяпки. Вот он, видите, уже коврик у нас. Он еще пока такой нежненький. Очень такой, видите, отмеченный. Вот, и не видите, лапки. Лапки. Вот это все у нас тут уже отмечальщики. Смотрите, видите, как они вон натоптали. Ну, теперь уже земля схватилась. Не так страшно. Ну, Сереж, и ты или тогда эти места подремонтируй еще там под сей, да? Или она потом затянется? Да, она уже не затянется. Нет? Ну, вот с этими слабками, видишь, он будет. Вот она, ямка какая, отметинки. Вот это затянулось. Ну, ладно. Она, мне кажется, сейчас польешь. Просто их изолируй куда-то, отвлекай. Или на момент, пока польешь, туда их в сад. Ну, в принципе, когда ты это самое, уйдешь отсюда, они сами не будут. А они ко мне не лезут. Это вы видео снимаете. Они реагируют на камеру. Как только видят камеру, сразу начинают делаться актерами. Вон он, или рок появился. Ну все, в общем, я, как и обещал, вот оно, видео с таким зеленым ковриком. Ну, это еще второй только этап. Третий этап, конечно, трава будет уже вот такая вот. Вот как здесь, видите?